Нексус, ты можешь поставишь галочку? Да, тачку выбираю. Все выбрал. Сейчас поставлю галочку, поставил. Все, начать гонку. Так, пошло? Все, я готов. Давай, сучки. Вам пизда. А чё так плохо видно? А, вот, подальше. Ага. Ёб твою мать. Нормально, нормально. А вдруг красавец. Боже. Как же я и бошу, блядь. Точно? Нормально, нормально. Только кабачки, но он хост, типа. Ой. Ёбаный стыд, куда я улетел? О, хорошо. А на что тут на R? Назад на трассу. Понять не имею. Да? Ой! А тут он сам возвращает на трассу вроде как. Точно? Да, вроде бы. Как это неудобно. Блять. Опа, Кабачкина разъебал. Power hit. О! Я хотел сделать потише, но тут нельзя в настройки заходить. Блять, как я еще первый? Ты походу давишь? Блять! Нормально мочишь, Андрюх. Хорош. Блять! А, все? Я взорвался! Ты разъебался, ебать, ты ваш пьет. Блять, я не думал, что здесь можно разъебаться. Кто первый? Я первый. Лексус первый. Позиция 1, пишет. Я первый. Ну, да, я походу тоже. О, а вот собачка едет. Да лол, если бы я знал, что можно разъебаться окончательно, я бы ни в коем случае не врезался. Это такой Ника, я тебя по второму кругу, что ли, уже обгоняю? Да, у Ники все плохо очень. Понял. Ника плохо. Братан, давай наберешь. Игорь, я смотрю за тобой. Меня Ника прессует. Бам. Сраный чернокожий. Игорь, ты что, задрот? В смысле, почему? Хорошо едешь. Спасибо. О, по-любому не просто так предложил эту игру, он тренировался в нее. Да-да-да. Все, все. Задрот. Это легкая была. Так, вот Ника лежит, отдыхает, загорает. Слышите, ну это не круто, тут типа все тачки есть. Давайте там это зарабатывать, как-нибудь открывать и так далее. Тут очень много режимов. Просто дохерича. Давайте мы с гонок освоим с обычной, чтобы управление хотя бы осознать. И пару-тройку погоняем, потом начнем. Да сейчас. Можно хотя бы на медленных тачках. Господи, скажите жирненькому, чтобы в Next Car Game поиграли Bulljet. В Next Car Game. Че, все приехали? Наверное, да. Ну вообще, вон отдыхает Нига, только он не приехал. Дисквалификация. Нига, походу... Нига, блядь, ты здесь? Вот. Кто такой Нига? Нига, это друг. Нига, нажми что-нибудь, может быть. Всё, ну что, следующую карту? Да. И кто-то там не доехал. Давай Next Map. Надо нажимать одно с меню? Я не знаю, но видимо... Я нажал. Я зашел в меню. Я ставлю просто да, Ready. Всё. Там что-то есть еще там? Next Car Game или что-то такое поинтереснее. Стройки тут... игры. Давай да. Ломал. Тип машины, дерби, гоночная, бла-бла-бла. Сменить машину так. Короче, тип сеанса. Есть соревнования. Это типа будет несколько гонок подряд. Голый его. Да давай чего угодно, что-нибудь поинтереснее. Понял. Тип машины любая, как у хозяина игры. Стритрейсинг, гоночная, всё. Дерби. Че выбирать? Не знаю, выбирай любой, и давайте на одинаковых, может, машинах, чтобы честно. Ну, давай тогда. Почему на одинаковых? Не, кто не на какой хочет, на то и ебошит. Я вон на рост, типа, еду, наверное. Я поставил дерби, я не знаю, но это, по идее, будут ограничивать какие-то тачки. Я готов, короче. Спару хав. Дерби ты поставил? Да. Блядь. А ладно, такое? Стартуй, похуй. Но дерби-то, сейчас походу, там, это, машины посерьезнее или нужны. Продолжить. Вот машина, а, понял. Кар... Мне предлагают полный. Кар... Всех. Я понял. Короче, машину выбираем, да? Да. А что это хоть называется-то? Тут теперь ограничения. Так а что ты выбрал-то? Я готов. Ну, типа дерби. Машина это... И что там делать нужно? Ну так же есть. Это я угадаю, машина. Игры. Да, я понял. Ты всегда влево просто нажимаешь, да, на один раз? И вправо. Выбираешь машину. Я вправо нажимаю. Нет, я выбираю...
Самый последний. Нет, не самый последний. Самый последний, знаешь, самый хороший, но тут, а там самый хороший. Ну да. Андрюх, мы тебя ждем. Ага. Шейкера выбираем, да и это самая нормальная машина. Шейкера? Да, там шейкер. Ща я выберу, ребят. Пожирнее выберу. Свитч-блейд. Все, я готов, ребят, вам пизда. Чать банку. Кто-то не нажал. Андрей нажал. Галочку нажми, пожалуйста, справа. Поехали. Слава яйцам. Слава яйцам. Нига. С этой же карты было. Все, погнали, сучки. Та же самая мапа, что ли? Да. Подряд. Блять. Сколько мап. Что за уебки? Игорь, погоди. Ебать! Да что-то меня как-то заносит, пиздец. У него управление полное, га. Братан, у меня чуть не... Боже, ты... Ретард, кусок. Вынешь, ты берешь. Газ руинил меня. Да, управление... Я ебу, ребят, тут управление, блядь. Пиздос. Так это у тачки, потому что управление. Ну да. Я вырубил совсем звук, это очень хреновая игра. Я тогда буду ехать. У нас тут соревнования еще то. Так, я один что еду? Где все-то вообще? Ты четвертый, Андрей, едешь. Я за тобой где-то там, вдалеке. Или вы все типа задроты уже? Ай! Блин. Собачка трейдер. Боже! Качай его! Это очень херовый поворот. Ёбаный стыд! Как вернуться на карту-то, блядь? Я круто должна быть там по-любому. Сжимаешь и держишь. Парни, я еду уже в какой... Хрен знает какой круг, я, блядь, не вижу, не видел никого на карте еще. А последний уже. Внутри... А, я понял. Блядь. Ладно. Задрот проклятый. Все натренировались, походу. Не, Андрей, я не натренировался, я даже за тобой еду. Даже за мной, блядь. Я, походу, первый, ребят. Боже! Походу, короче, у меня тачка была не топовая. Все дело в этом. Я первый. Тоже смотрел, что вылетел. Ну ничего, ребят, сейчас я приеду. Только там минута, ну. Да, ребят, наверное, тачка не очень была у меня. Игорёк, Ник, спасибо большое за переподписку. 5 месяцев подряд с нами. Дай бог здоровья, добро пожаловать обратно. О, Нига приехал. Да тачка не очень, ребят, тачка не очень. Давай, Нига. 40 секунд. Сейчас собачка на ушел, понятно. Он сымел? Пойди пиздец. Продолжить. Он сымел, продолжить галочку. Ну освоиться хотя бы с вождением, с управлением. Потом же можно что угодно, любые режимы. Галочки поставьте. Дред Нига. Поставил галочку. Нига. Гонку. А, ну вы на виномах все, типа. Это они на виномах, да? Да, я тоже на виноме. Просто виноме был. Туда не в машине. Я, кстати, последний, как обычно, почему-то. Да, Андрей, не в машине делал. Это, ребята, давайте я вам уступлю место. Идите, сражайтесь там, все. Так, ну что, тише едешь, дальше будешь? Ну. Опа. Чуть было не того тут. Как же я, боже, все, соски домой. А, вот и Игорь. Блять. А что, в туннель лучше не прыгивать? Блять! Лучше под туннель не прыгать. Да, мне все плохо. Кто на члене, Пашка? Блять.
Ты уверен, что хочешь вольные игры? Тут иначе никак. Ну, тут большие хоть круги, побольше. Свободен. Малой. На нахуй. Ой, ну ты что? Блять, как ты так прямо прыгнул, Игорь, задрот. Поганый. Я мастер спорта по гонкам. Так, главное тачку не сломать. Я не хочу с вами открытую игру играть. Не, нормальная игра, мне уже тоже нравится. Я на втором месте, мне она тоже начинает нравиться. Пизду, блядь. А, тут можно восстановиться, оказывается, лол. На какую кнопку? Ну, прям на R. Починиться можно или да, что? Да, на R, я так понимаю. Ну, типа, мне, да. Бать, подъехал. Да-да-да-да-да. Садись на хвост. Я уже второй раз на первом круге заменил. На втором тоже. Но они же не знают секрет, что на повороте с нитром можно выруливать круто. Да? Я не знаю. Это хоть раз в тот туннельчик нормально залечь, что интересно, нет? Три. Ёбнешься. Блядь. Обгони. Давай, давай, давай. Не, все, я уже не отдам второе место. Вы вообще осознаете? Давай. Какой-то задрон? С чего тут нитро берется? Нет. Да, от ударов. От прыжков, от ударов. А-а-а. Ну я, в общем-то, у меня всегда нитро фуловая так-то. От ударов, от ударов в основном. Ну. Блять, нормально. Рискнул, и... Ну это, блядь, ради нитро все. Лол, я столько позиций сейчас проебал. Риск ты не купился, получается. Не, ребят, тут тише едешь. Пиздец! Ребят, вы играть не будете, нет? Алло, почему? Я просто только что въебал игру из-за того, что я это. Решил нитро пособирать, блядь, прыжками. Ой, да. Да. Ну, блядь. Бам, на. Сейчас меня еще друг обгонит, да? Не-не-не. Тут очень мало шансов. Как между вами перемещаться? Так, ребят. Я слышал, там вроде какие-то вы говорили интересные моды там ездили, это все, да? Как же вы плохи. Зато нитро набрал. Ну да, набрал. О, так. Привет, пацаны, на нетрухе ворвался. Бам! Ой, толчок. Росмел. Сейчас последняя мапа или нет? Я не знаю. Еще 7, по-моему, их примерно. Бля, дайте машину поменяю хотя бы. Я тоже хочу Веном взять. Я хочу Веном, ну его нахуй. Да тут не от машины все зависит. Он просто уезжает от меня. Кто? Ты просто такие же машины. Нет, у меня другая была. Галочку. Все, поехали. На честных честная игра? Машинах сейчас все будет по-другому. Педики. 8000 оборотов сразу. Сразу. Нитру набиваем, Андрюк, набиваем, набиваем. Оп, набиваем. Собачку, не надо, давай честно. Ты мне два раза. Все, педики, домой. И нитруха пуловая! Блять! Оба! У меня тоже нитруха. Нормально. Это я. Да я нитруху набрал просто, что, дурак что ли? Блин, все против Игоря надо. По-другому мы не можем. Да, блядь, как ты... Надо Игорь... реально Игоря подразъебать. Сейчас на повороте там жесткий поворот. Блядь! Псы! Он по-любому в него не впишется, там будет жесткий скоро. Следующий или через один. Да Игорь, походу, куда угодно впишется. Ну его нахуй. Точно помню, это жесткий поворот. Только давай не будем друг друга. Опа! Вот это вот начинается, точно. Ой, помню, я... жесткий поворот. Так, все, расслабился. Все, расслабился, собрался, собрался. Ой, Андрюх, Андрюх. Начинается киберспорт, же? Собрался. Ага. Нитруху набьешь? Может, помедленнее где-то. Флажка. Че такое? Не приближайся больше ко мне, пожалуйста, никогда. Все в порядке. Это кто за мной топит, Андрюх, ты? Не, ага, я тут... Вот. Андрюк, ну я потом, блядь. Топлю, топлю. Сколько там, Андрюк, нитрухи у тебя уже? У меня фуловая.
понял. Зыришь, Андрюх, зырь. Чё, Нига? Поиграем, да? Нига. Давай, давай. Давай, погнали. Ты и я, ты и я. Это наша с тобой игра. Игоря остановить? Да-да-да, Игорь, постой, пожалуйста, остановись. Так вы развернитесь, типа, нет? Да, кто бачит, конечно. Так меня тут присутствует, это, в спину. Но Нига так не сдаёт. Флеш-кошель молчит, потеет. Он заколебал, он мне третью игру уже выйдет. А ты сейчас с карты исчез. Так, Нига, ты где? Ага. Так, я нормально, ебать. Слушайте, я понял, как тут... Блядь, я все понял про эту игру. Следующая моя карта. Что ты понял? Типа, лучше врезаться куда-то и на R нажимать сразу? Да! Да-да-да, я тоже самое мучу. Не труху набивать, лишь врезать. Там чем, блядь, выруливать? Я знаю, что ты хочешь, брат! Пошел нахер. Сука, хитрый чел. Андрей, ты понимаешь, да, что ты там сзади появляешься? Погоди, Игорь, чуть. Ну, немного сзади, это хотя бы, блядь, хоть где-то на дороге. А тебе чуть... Привет? А, понял. Купаться, Игорь. Андрюх, притормози его, пожалуйста. Не-не-не, парни, все, я пошел. Давай, камбэк изрел. Давишь? Красавец. Ты что, меня переехал, блядь? Ну, это второй круг, если что. Не, я понимаю. Блядь, Андрей, что это? Ребят, сильно, сильно играйте. Блядь. Фина не трухи. Помоги, Дон, не еду. Так, хорошо, я буду ехать как ебучий инвалид дальше. Я буду ехать, блядь, реально, поджимая немного, поджимая. Так, извините, извините, простите, извините, я поехал. Вот здесь вот аккуратнее, надо аккуратнее, вот здесь. Как переключать зрителя? Вот тут притормозить, ага. Извините, простите. Все равно меня заносит и разъебывает. Вот это вот понятно, какую машину надо. Все решает. Просто схватит мне руинить. В самом начале в дерево меня кто-то вписал. Ну это вообще. На прыжке у меня просто флажка просто развернула. Блин, Игорь, похоже, реально... Хотя нет, лучший круг видите, да? Лучший круг, блядь. Кого сам быстрый. А вы смотрите за мной, ребят? Да, Андрей. Давайте, давайте. Так, поехал, поехал. Ага. Нормально, 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 ребят, успеваю. Как же я плох, блядь. ДНФ. Это как КНП, только ДНФ, блядь. Галочки, ребят, галочки. Так, о, у меня... Короче, тут мы с тобой это боремся, друг. У меня больше поинтов, чем у тебя. Погнали, следующее. Чё, готов? Я готов. Давай, сделаем это. Давай, ты справа, я слева. Смотрим друг другу в глаза сейчас в окна, блядь. Забиваем в турбо. Нексуса! Давай, еби его, блядь. Всё, блядь. Игорь, нормально все у тебя? Нахуй идите, блядь! Я понял, я понял, товарищ. Хорошо. Набивай, набивай. Набил. Почти фуловая. На, набивай, набиваем. Набиваем, нитро. Блядь, тут... Очень, блядь, коварный момент. Ни в одну сторону, ни в другую. Я просто въебался, блядь, между. Блядь. Серьезно? Блять, этот Lexus уже догнал всех. Блять, как стоять! Я ебу эту. Блять, он проехал мимо меня. Набирать. Как это, блять, происходит? Может быть, Игорь не торопится? Тише едешь дальше будешь, Игорь? В чем секрет? Да. Ну, Лена, а скажите там. Пару месяцев назад играл в NPS, в Underground первый, и опоздал жизнь. Я понял. Я здесь просто, блядь, пару месяцев назад, не знаю, ни во что не играл. Нига, ты шо, блядь? Ты чё, сука? Ох ты, сучара, блядь! Стол показывай. На, на. Кто раньше, верно же? Так, вот здесь вот. Опа! Опа, на! Аккуратненько. Так, аккуратненько.
Так, хотите тут... купить аккаунт Dota 2 с рейтингом? Боже, опять ты же? Аккуратненько едем, блядь. Большой выбор аккаунтов с ММР. Ты просто, Андрей, ты тормозишь вообще? Я лично нет. Блядь, на трассу скорее езжу. Там же нужно догонять. Какой тормозить, блядь? Круче настолько древ. Чё, Собачкин? Пропусти её! Эй, парень! Блядь. На нахуй! Как же я ебошу. Это. Собачки дальше проехал? Воу. У меня машина дымится, блядь! Нормально, нормально, нормально. Опа. На турбо. Блядь! Банка! Нига, ты чего такой быстрый? Я молния! Ты тоже знаешь, как все плохо? Блядь, я с поворотом латом шёл. Я там немного не вписался. Да я заметил. Андрей, ты в детстве в гоночки вообще играл? Очень мало. Что, сука? Понял. Меня вдруг обогнал, но я думал, бам, стоит переживать. Недолго, недолго. Так, ну я вот сейчас вот начал. Я поймал темп, ребят. Поймал темп правильный. А ты как едешь? Это за собачки не специально, типа воздух, да, вот это? Воздушная подушка или как она там называется? Чтобы быстрее ехать. Мешок, да. А, воздушный мешок, да. Воздушный мешок собачки нанюхаю. Оп, и вот дерево вот это вот, блядь. Красиво, красиво. Нитрухи набрал? Нормально, нормально, блядь. Блядь, я вижу. А, это еще не старт? Нет. Лешка, ты как? Плохо? А, у меня колеса одного нет. В этом может быть еще проблема. Не. Нормально, поехали, блядь. А это мне еще один круг надо? Андрей, у тебя там дерево перед этим, перед концом круга, ты его, в него S8 въехал. Все нормально. Все, ребят, я закончил. 58 секунд мне осталось еще. Ребят, вы там на меня потом посмотрите обязательно. Бля. Сейчас я. Игорь, врубай. Хорошо играешь, смотрю. У меня вы просто, может, заметил? Нет, колеса нету. Да, я заметил. 40 секунд, блядь. Давай, собрался. Блядь. История достойна уважения, как этот парень пытается доехать до финиша. Давай! Ну-ка! Собачкин, засихуй! Андрюх, я думал, ты все уже. Не, нормально, вот, починил машину, поехали. Починил? Точно починил? Починил. Я забыли, что-то поставить. Говорили, на R там починить можно, я починил. Ты не труху набил уже, Андрюх? Набил, врубаю. Ай, красава. На R, на R. Назад, вперед. Поехали. Все остальные колеса, по-моему, немного болтаются. На ускорение, Андрей, сейчас прямая трасса. Все, я направо, короче, у вас. Есть квалификация. Давайте тут перешли, не гонки, мне жалко на это смотреть. А, ну такой. Да в смысле, нам нужно бороться. Я сейчас это, на одночку меньше, чем у Ниги. А, так 9, блядь, 9 карт, ты с ума? Поехали, блядь, рэди. Давайте нормально. Кто не рэди, тот педик, нажимай рэди. Боже. Все, давай. Андрюх вытянулся уже. Мне нравится игра. Все, я аккуратненько, ребят. Соревновательный момент. Я аккуратненько, парни. Тихо, тихо, не топите, ребят. Так, вернуться на трассу надо срочно. Не топите, ребят, не топите. Суицидники едут всякие. Алло, блядь. Подушка, Андрей, подушка. Да ты ладно, все, я погнал. Давай, суицидник. Как же неудобно. Как же неудобно. Плохо сделал. Ох, ебать. Нексус, ты чё, за мной что? Поехал, да? В смысле? Я даю вам шанс. Давай, давай. На, я тебе тоже даю шанс. Дает он нам шанс. Нига, ты слышал, что говорит вообще, блядь? Я на втором месте, ебать. Все, догоняй. Давай, там одного только бассать нужно еще, а и всё. А то бы-то копыт пыль по полю летит, Игорь. Вот пыли смотри теперь. Так вот, блядь. Я уже второй круг. Уже на третий догоняю. Ебанулся ты жесткий. Я Игоря на мини-карту не вижу. Где он? Он там вообще играет? Хрен знает, походу нет. Дисквалификация может быть, Игорь? Блядь, пожалуйста, пидоры. Конечно, Игорь водит, я прям не знаю. Опа, поехали, ага. Okay.
Такое ощущение, что я против чемпионов мира по этой игре играю. Я не знаю, я проехал не самый плохой круг в моей жизни, но, блядь, я на пятом месте. Что-то. Уже да. Давай. Игорёк. Сколько же нитры я набрал? Красиво. Весь обмазан нитро? Да-да-да. Я смотрю, ты тоже, да, так разворачиваешься? Я... Стеночку аккуратненько. Вообще в нитро весь тоже. Какой камень? Ну что это такое? Блять, что это за тележка какая-то? В смысле, тележка сбивается на ней. Там камень какой-то. Самый камень и тележка, эти полная херня. В этой игре самое сложное — это ровно прыгнуть. Вот так вот, как я сейчас? Блядь. Сколько ж я буду так вот косячий. А, ты тоже, Андрюх, так же? Я нормально уже. Я батя игры. Игорь, чё там? Чё там? Нормально, нормально. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Я просто надоел мне выигрывать уже, я расслабоне сижу. Ещё соснуть, конечно. Чисто пяткой управляю. Пятка на клаве одна. Как же я ебошил до этого момента. Игорь, как там дела? Нормально, нормально. Ага. И тут в поворот аккуратно, в стену. Ой, у него жизнь, тот не спешит. И вот так вот. Спокойненько, медленно. А кто там гоняет? Вот в канаве их следующий, их и встречу. Ага. Золотые слова. Как быстро, не надо так быстро. Ёб твою мать. Хорошо. Я опять, что ли, без колеса остался? Да, блядь! Ну, вроде оба есть. Так она, как на этих трубах вообще прыгает? Хорошо, что ты пропустил. Я, кстати, посредником. А это Игорь. А кто на первом? Кто красненький, слышите? Флажка. А, нет. Просто убиваем Игоря. Поехали. Правильно. Убиваем Игоря? Да-да-да. У нас изначально такая страта была. Вначале я заменил. Не, меня нормально там припечатали, две-три машины. На. А кто первый едет, слышите, задроды? Пашка. Разве? Да. Да, он с самого начала просто уехал. В этой игре так работает, ты уезжаешь в самом начале первым и все. Не знаю, у меня не получилось. Вы что, там играете вообще, не? Тебя никто не таранит, ты нормально едешь. Не знаю. Меня никто не таранит, если я сам тараню. Игорь, как? Ой. Блядь, даже меня в самом начале занесло. Парни, не поверите, по-моему, я занял второе место в этой гонке. Да. Так и езжу ты. А как так вообще вышло? Я смотрю, ты едешь, просто все сшибаешься на твоем пути. Я? Нитро зарабатываю. Ну я нормально бахаю просто. А где вообще все? Ну вот где, есть дорога прямо и есть какие-то две трубы. И ты почему-то пытаешься между ними проехать. Так, вот чё там? Ну чё? Нига, чё скажешь им? А чё, я всё? Играть умеешь вообще, не? Нет. Давайте, рейди или пидоры? Чё? Собачкин, ты чё карточку меняешь? Задумался. Всё, ГЛХФ. Педики. Игорь справа. Нетруху, нетруху, набиваем, ребят, там флажка хочет еще нетрухи. О, и я приехал красиво. Нетрухи собрал. Бамба. Опа, а я думал, за вами, короче, еду. Собачка, ты куда? Бам. Собрали? Да. Ну на нетрухи. Блядь. Так, нетруху собираем. Так, вот блин, здесь обгон. Там где стеночка в таких резких поворотах? Да тут без стеночки оказывается. А вот и... Бля, ну все, я и буду... Хотя... Не, все, я собрался, без нытья, спокойненько прохожу дальше, и я чемпион. Тут повороты совсем лютые на этой мапе. Они вообще больные. Самый последний поворот — это вообще забей. Да-да-да-да.
Мы уже на последнем повороте, сука. А за мной тут кто-то? Андрюха, ты был? Это я был. Нормально? Нормально, нормально. Давай, берешь. Куда наберу? Берешь, сказал? Я здесь, все в порядке. Игоряшек. Наберешь, сказал? Работаем, играем, играем. Соси ноги. Так, по водичке еду, хорошо. Блять, вот здесь плохо получилось войти в поворот. Андрюх, ты? Здорово, ёпта! Да почему так тут завносит, сука? Завносит? Завносит. Новый рекорд круга. Все, Игорек, давай, наберешь. Боже, я вылетел. Ебать, я сейчас четко в поворот вошел. Че, теперь я ноги сосу? Получается. Да. Парни, я походу понял, как играть. Возможно, это так и есть. Чуть-чуть. Не, вот тут в этом отрезке я не очень понял, как играть. Но в целом, уже не так плохо, на самом деле. Игоря вообще не замечаю, например. Блять, дерево не замечаю тоже вообще. Трассы не замечаю тут. О, а ты регулярно, да, вот на Эвидеме? Да-да-да, вот этот ворот, он самый такой вкусный, сладкий. А кто-то последний вообще? Блять. Я очень сильно настроен. Я настроен на победу, ребят. Блин, у нас с Игорем, конечно, здесь дерби жесткое. Какие вокруг, блядь? Как? Дай песок, блядь, все было совсем. Так, сейчас или никогда? Никогда. Я понял. Че, Игорь, а все? Я, короче, до этого все время тормозил на пробеге. Как тебе четвертое это самое, а? Место. Нормально? Или что? Или нормально. Подпотеешь немного, догонишь? Да нет, не, даю шанс тебе на догонишь. Как у тебя слушает шанс? Давить, Андрей? Давить. Давит. Кто это там? Нига? О! Хорош, Нига. Лол, короче. Я был так близко к члену. А, нет, это лучший круг. Я был далек от члена. 15 секунд, даже больше. Ну, блин. А ты воды не хочешь с нами? Или ты не скачал? Я не скачал. Он даже успел. Ника хорош. Бам, блять. Go next. Так, что там? Дред? На, нет. Ну, Нигу обсасываю. Обгоняю. Обсасываю. Посмотреть результаты. Вся. Если бы я скачал, я бы не мог сидеть и выебываться, понимаешь? Понял. Начать гонку. Вы понимаете, что я только что понял, что тормозить это, наказывается, стрелочка назад, а не пробел? Спасибо. А что, вы знали об этом, да? Я только узнал недавно. Нитро пошло? Можно на друга. Лол, я не получаю за это нитро. Сейчас просто все въедут. О, нитро, нитро. Коллективная работа, ребят. У меня одного экран такой солнечный какой-то. Ничего, что член обгоняет нас. Вообще, ребят, тут полетит криво. Тварь, ты что делаешь, блядь? Пидор, блядь. У меня одного экран какой-то красный. На. Проклятые пидрилы. Меня просто обоссали вначале. Блядь. Я хотел тебя врезаться, в итоге не получилось. Ой, это жесткое место. Андрюх, сколько нет руки? Я уже все съел. Тише, едешь, дальше будешь. Запомни это, парень. Блять! Ну, а, тут так резко поворот. Блять! Я вот тоже не понял этого. Так, ну все, я пятый, походу. В этой игре вообще камбэки есть, ребят? Тут камбэк-система есть? Если только кто-то фейлится, бой. Ошибка, если ты едешь первый, то сложно зафейлиться.
хер знает. У меня лично глаза разбегаются, я вообще всегда все препятствия в себя принимаю. У меня с экраном какой-то полный дерьмо в этой игре. У меня яркое солнце, ебошит глаза, я ни хера не вижу. Как новая видюха, Игорь. Новые технологии, сам понимаешь, да, Nvidia. Да. Андрей, чувствуешь мои пятки? Чувствуешь? Кто-то вообще твои кого-то пятки, видит? Да. Мозоли стоят. А? Я никого не вижу. Он неподалеку от тебя. У меня кто-то на хвосте. А это я второй или за мной? Приятно, как одному ехать. Последнему? Я вот последний один еду, ребят, вы не поверите, но я показываю неплохой результат очень. Зафейлился. Что, камбэк-система сейчас? Будет свой брат. Андрей, попробуйте вскулить. Сечь он. У тебя нормально, понятрухи. А это типа флотоут, только можно всякие подлянки устроить. Блядь, нет! Сорвать, я камыч сделал. Да ёбаный ты в рот, блядь, дерево! Сука. Собачки не сдался. Блять, нигер, надо было по-другому называть, блядь, гандер. Как бы сейчас они первый, сука, дохнут. Андрю, брешь, пожалуйста. Тебе? Да. Здорово, парни! Чё, ждём этого лузера, поехали дальше, я бля. Ебал я в рот эту игру. На, нахуй. Попробуйте сплит, секонд поиграть, это типа флота, только можно всякие подъемки устраивать, взорвать что-нибудь, создать шорткаты, т.д. Спасибо за донат большой, я думал на самом деле то, что флота примерно такая игра, но это оказывается просто гоночки. Это уёбищный мод. Это просто дефолтные гонки, там пойдем моды, которые я говорил, там будут вот эти. Хорошо, все, давайте тогда это доигрываем. Сами хотели доигрывать. Не знаю, я уже просто вошел во вкус. Что, да меня сейчас опять просто разъебут, блядь, я буду плестись последним. Собачки, давай без букси. Ну все, вот сейчас меня кто-то уже, да, хуярит, конечно. Раз, два, блядь. Я сказал без букси лучше. Раз-два пресекаю. На двух колесах, блядь? Я на термисе топят. Так. Ага. Все, на этом игра закончилась, мне кажется. Ну у нас тут будет продолжаться катка еще. С ребятами жестко. Я чуть не покоронил себя в стол. Тут задрота исключительно собрались в пати. Ты как знаешь, сетка, блять, собачьим пидор. Собачьим, хорошо. Минус конкуренты. Минус конкуренты, блядь. А красный кто? Это Игорь. Флешка. А флешка? Андрюха, ты что? Где? Боже, ты видел это? Не, это там с тобой Игорь. Не, я просто встал на... Я сломал. Так, Игорь, вот это компакт-система, да? Компакт-система пошла. Во-первых, я подбил какой-то бочки и чуть ли не перевернулся вообще нахер. Это комбэк-система, это надо на всех трамплинах прыгать. Да что, это работает? А, это типа, генитор дается. Да. Не, на этих самых, на трамплинах прыгать это полная хуйня. По-моему, это минус ЕВ. Как он в этот поворот входит? Я вхожу во все повороты бесплатно без регистрации. Кроме ты этого. Ты не глянь в тебя. О, собачкин дерьмо. Ебунь! Случается. Дерьмо собачкина? Да. Почему тут за дрифтинг не дается? По-моему, это несправедливо. Непонятно, я так дрифтую, Игорь. Это работано. Я так, блядь, дрифтую, мать его. Это уж хорошо. Компакт-система на трамплине. Блядь, я трям. Собачкин, я догоняю. Компакт-система в деле. Собачкин. Я на хвост тебе душу. О, камбэк-система пошла! Камбэк-система. Короче, вот этот момент, когда ты подъезжаешь к трамплину, думаешь, камбэк-система, да или нет? Да или нет? Ты решился, и в итоге ты одной половиной заезжаешь. И камбэк-система, я понял, да. Отказывает. Не, в натуре здесь комбэк-система, это по всем трамплинам просто, ну, типа, прыгать четко и это самое.
Я, правда, камбэк-систему сейчас все и подосрал себе. Хотя нет, это не совсем камбэк-система была. Когда ты на них прыгаешь, лучше глаза закрывать. Что? Лучше глаза закрывать, когда ты прыгаешь. Ну, это да, это да. Ставил эти бочки сюда. Камбэк-система! Бачкин третий, нормально. Андрюха, ты там где? Я нормально. Точно? Ты посмотри, что мутит этот лев. Виталий что сделал? Я не сделал. Там почти Кабачкина догнал. Слушайте, парни, ну мы уже все приходим примерно одинаково, да, на самом да, деле. Да. Кроме Ниги. Ну идите нахуй. А у Ниги круг даже лучше, кстати, смотрю. Да, так-то. Лучше, чем у вас круг. Нет, 9 из 9. Поехали, ребят. Все, сейчас кто приезжает первый, тот выиграл. Может это и грустно? Это нечестно. Так последняя мапа. Старту, это мапа. Последняя. А, понял. Все, ГЛХФ, педики. Нига, давай без спини. В смысле? Блядь, сейчас... У нас перед нами два человека, их надо приставать. Блядь, у меня льда... Собачки, ну на трамплине же, блядь, камбэк-система. Вот, все. И мы на камбэках сейчас поехали. Сколько там за первый и второй дают? Блядь, надо догонять. Нига, блядь. Нига вылетел как бы. Вышел из игры. Смысл? Вот так вот, Нига Ливер. Айфон к телефону. Тьфу ты, блядь. Айфон к телефону подключил. Да. И... Подумал, что ты подрубил, членикс. Да он, походу, так и сделал. Такой. Думал, типа, такие рейнджеры с этим не борются. Ага. Написал уже. Я за твое первое место. Бля, ну все, я четвертый левел, короче, я, походу, уже не возвращаюсь в игру, да? Если Игорь приходит первым, а член вторым, то Игорь выигрывает. Ой, наоборот, член выигрывает. Но если член выиграет треть, ой. Короче, слишком концентрации члена. Я сейчас такое замутил. Что за мной? Красавец. Я просто две сальтушки сделал. Игорь, я тебе первое место зарабатываю. Красавец, давай. Даже я бы тебя победил. Так, ну моя камбэк-система пока не очень работает, откровенно говоря. Я сейчас чуть камбэк-система... Боже! Что это было? У меня камбэк-система сработала. Я тоже. Андрей камбэчит, что пиздец. Я вообще, блядь, я так их догоняю. Они просто в ахуе. Я в ахуе сейчас лежу, Андрю. Чуть сейчас не заруинил себе катку. Андрей, может там возьми? Ух, ёбаный стыд, сейчас камбэк-систему сделал. Вот это было сильно, действительно. Жалко, нитро не настакивается. У меня сейчас было бы, скорее всего, нитро, блядь, ну, очень улетел много. Бы, очень улетел бы в космос? Да. Так, камбэк-система. Ебать! Бля! А тут может оставить. Одна из любимых игр Бобби. Я тоже знаю подчеркивание. Что можно поставить? Флекса. Ну, количество нитрик здесь можно поставить. Вот здесь 10 этих палок будет. Игорь, соска, вода. То есть ты такое даже знаешь. А, ну и... Спать. Я читал. Короче, ладно, я просто поеду. Я уже все, я не соревнуюсь, ребят. Я просто еду и везу себя на этом сено. Просто покажи лучше. Тут в одном повороте камбэк-система меня погодит. У меня уже колеса, по-моему, не в те стороны работают. Ты можешь показать людям, как зарабатывать вообще деньги? Там просто столб посередине дороги лежал. Ты что, флешка погнал тебя, алё? Там столб посередине дороги лежал, я прям... Братан, это не отговорка. Он меня сейчас так и рапунит. Блядь, мне кажется, Андрей, у тебя голова сквозь эту, блядь, крышу. Да, немного. Так, камбэк-система. Что-то мы супер далеко. Андрей, про тебя, походу. Да, вряд ли. У меня нормально все. Вот этого чела, который сейчас вылетел, блядь, из лобового стекла, у него не нормально, у него все нормально. Блядь, это столб, Кабачкин. Ты тоже, да, я его почувствовал? Я тоже его почувствовал, откуда взялся? Я в речку упал. Я не знаю. Блядь. Ну все, Игорь, отпускай клавиатуру. Кабачкин заруинил меня. Топ-1. Топ-2, Игорь, да?
Да. А я топ-4. Не, ну, в этом топ-1. Но нормально. Я, типа, в итоговый. Это... Еще неизвестно. Вот неизвестно. Может там пачка Мадрюха. С пачка Мадрюха топ-1. Топ-1 ли я тут? Да? Общем, у меня новый рекорд карты только что был, ребят. Ты берешь. Вот так вот. Вот если бы назначались еще очки за... Ну, все, ребят, за теперь смотрите, как батя проходит. Делаю лучший круг. Копачки заруинил, у меня топ-1. Ну, смотри, у меня просто на красоте мучу лучший круг. Поехали. Поехали, поехали, нормально. Лучший круг, лучший. Лучший из лучших. У тебя голова через крышу торчит. Это ничего страшного. 27 секунд это изи для меня. Колеса у тебя не совсем нормальные. Все в порядке, ребят, не завидуйте. Это такие колеса, это новый вид. Это почти кабриолет. Какие 22-е? Сейчас камбэк система будет. И последний поворот. Красиво входим, поворот. Оу, yeah! Вот так стрижем. Вон финиш. Ну что, слишком мы не короче, я намного лучше Ниги сыграл, я должен сказать с уверенностью. 47 очков у меня как бы. Член обгоняет Игоря, пролетает, так сказать, над лицом Игоря. Так, как тут... Тут еще бы знать, как тут что делать. Настройки игры, это то? Да, думаю. Тип одиночный, если соревновательный только. Ну, дело одиночное, ты там дальше выбираешь, по-моему. Тип машины тут только есть. Не-не-не, что-то не то. Нет, ты делаешь одиночный, выбираешь, далее жмешь, и там потом выбор идет. Дальше режима. А, ладно. А какие машины все ставить? Стрит рейс. Машины ты можешь оставить, это по барабану, да. Ставь режим другой, не гонка, а другое. Ну, вроде 9 карт кататься. На последнем месте все. Трюки, дерби. Дерби, давайте. Вот, кстати, все поставил. Мы только что, по-моему, ездили до дерби. Давай дерби. Не-не-не, это другое. Дерби это где на вылет, да-да-да. Все, понял. Давай дерби, понял. Сейчас все в просьбу, я выбрал себе машину. Школьный автобус? Опа! А тут только школьный автобус. Да, я понял, что это. Поехали, ребят! Я готов! Чё, сучки, давайте, вставайте рачком, ёпт! Во, дерби, только надо все машины выбрать. Это охеренная тема будет. Да. Так я вроде все и выбрал. Все? Книгу первым надо. Вот это я понимаю. Я, блядь, Нигер, водитель автобуса. На, нахуй. Папа. Вот тут он нормально. Нитрухи заработал. Бам! Блядь. Суки. Бам. Ты чё, это мой автобус, блядь. Нитрухи. Волшебный школьный автобус в деле. Переживаю очень сильно. Андрюх, извини. Блядь. Ебать. Да вы чё, пидоры, что ли? Подсрачены, нахуй. Братан. Тут Игорь в бок. А я Андрюха, Игорь очень плохо. Игорь плохо. Добить осталось, совсем чуть-чуть. Мрази! Врекет нахуй. Домашний. Бам, бам, домашние. На автобусах это, конечно. Игорь, а как дела у тебя там, что? Смотришь за всеми? С толпой. Не надо. Бам, блять. И этому тоже достанется. Дымится, кстати, горит даже. Если чё. Бам, ну, бам! Андрей, дерби, Нигер против... А ну, Андрей, отходи, отходи. Давай нормально, блядь. Как давай. Давай нормально, блядь! Пидорас. Домашний. Просто на лоу хп разъебал всех. Второе место. Наверное, поставил не все машины. Заново поставь все машины. Да, поставь все машины, это бред. Боже, как же я вас разъебал. Стройки игры. Все, любая машина. Уехали. В смысле? Так, сменить машину. А, я знаю сразу на чем. Я тоже знаю. Да я угадаю. Я тоже любую машину взял себе. Андрюха знает. Погнали, ребят. Мне кажется, я тоже сейчас буду знать. Сейчас гляну, что-то вообще есть. А, я понял. Дальнобой. Поехали. Поехали. Любая машина. Сейчас чувствую борьбу. Бам, а кто это на такой миленькой машинке, блядь? Собачкин, ты куда? Догони. На. Ты чё, сука? Ебать, псих. Оп, как же я Игоря это самое тереблю.
Лол, ты что, задрот? Вот доброго. Ну, Собачкин выбрал, конечно, себе автомобиль, достойный уважения. Бам! Будыщ. Изейшная. Тебе всё самому не больно там? Может, это. Не, вообще помню. О, член. А, это... Ебать, меня кто-то хорошо въехал, походу, сейчас. Я... ты чё пропускаешь? Тактически? Вот это мне сейчас только что дали, конечно. А вы не думали, что сначала нужно этих? Да они что-то нас разъебут, походу. Да. Они грызут нас и грызут. Они за это самое. В Рязани не получают урона. У меня с колесом проблемы. Член, давай я облегчу твои страдания. Давай, и сделай это. Не, ты, блядь, давайте там без говоров. Мне собачка сейчас облегчит. Давай, три, я стою. Давай. Член! Спасибо. Павер хит. Ты чё, собака? Чё хотел, а? А у нас кто-то уже того? Мам, вот это, блядь! Это же вообще лоу ТП. Я смотрю, тебя тоже облегчили страдать. Короче, Нига всех разъёбывает. Как-то нереалистично, типа. Ну да, я тоже не понимаю этого. Почему у тебя меньше? Я вот тоже не понимаю этого на самом деле. Какие-то имбовые тачки такие маленькие. Тут, короче, говорят, тема, чем ты сильнее бьешь, тем. Если ты сильнее бьешь, то тебе дамаг не наносится вообще. Би-би-би, хуярь его, хуярь! Это похоже на избиение Игоря. Просто. Опа, Кабачкин тут хорошо. Избиение Игоря. А, не, я беру свои слова назад. Кабачкин возит что-то. Оп. Собачкин, это было близко, мне кажется. Опа. Чего? И Собачкин разъебал в таком состоянии Nexus сейчас? Да, у меня колеса нет. Я тоже. А он горит вообще, так что... А, они оба горят. Эти собачки просто назад отъедет, он тебе никак. Ладно. Кто выиграл? Вот доброго я. В порядке, у меня два очка. Хорошо, Игорек. Всего доброго. Правильно, Ладно, я здесь мало заработал. Давайте без грузовиков. Давайте. В смысле, кто на чем хочет? Или подожди, давайте на рандоме. Может рандом тут стоять? Нет. Понял. Ну, кто какую давайте хочет стоять? На грузовиках. Давайте кроме грузовиков автобусы. Все остальное можно. Давайте окей. Выбирайте лову. Там будете на все драться. Да. Я выбрал. Поехали. Галочка. Андрей, блядь, Бэтмобиль. Понял. Бэтмобиль, а не Бэтмобиль. Я бы попросил. Понял. Может, Дредмобиль вообще? Может быть. Бэтмобиль. Ебать, я сам... Он так топит, короче, это жесть да, вообще. А вот ты видел его развороты? У него четкие развороты. Только я, правда, сейчас сам себя убью. Опа. Уже. Опа, вот это вот неловко было очень. Блять, Андрюх. Нормально, нормально. На, нахуй. Блять, не получилось. Бам! Чара, вот это блядь. Сильно было. Вы просто меня чуть не убили, алё. Ну ты чё творишь? Я так пью с кольца. Бам! Вот это я понимаю. Вот это красиво было. Пидорасы, блять. Свободен. Едут они, блядь. Бачкин лоу хп был. Что за намеки? Вот Андрей, епись. Бачкин все. Это я красиво мучу. Отлично, можно согласиться. Просто в бок ехали на все хп. Короче, мне нравится этот Бэтмобиль. Он топовый. Шейкер, главное, никогда не берите шейкера. Чего? Ну я просто говорю, никогда не берите шейкера.
Да, летает, конечно, красивый кусок дерьма. Можно еще мапу поменять, конечно. Вот, кстати, мапу норм. Как ты попал? Там есть более крутые собачки. Нажму Андрюху. Вот тут педики. Бля, как убрать эту надпись? Друг, взорвись, не дайся никому. В смысле, не дайся никому? Я еще поиграю здесь. Пускай они погоняются за мной. Блядь. Ты игрок. Игорь, давай. Почему R не работает? Нет, вот. Сука. Это нечестно. Он R нажал, прикинь. Колесо вот отвалилось, Андрей, права. Ничего страшного. Ладно, играем, я... играем, играем. Вол, ты жив сейчас? А ты? Сука. Кстати, на один удар. На один укус. На один укус. Мы все вроде такие, да? Это Андрей, как тебе повезло? Я все. Член тоже, нет? Нет. А я больше всего урон нанес. А кто живой-то еще? Ты и я. Вы хуже меня будете думать. Нет, ну они могут друг другу нанести урон хороший и стать, ну, лучше. Но вы неплохо, Тань. Я нанес. Отличный выбор. Нанес урон. Давай другую карту, собачка. Хорошо. Все на тут. Главное, шейкеры не вот смена трассы. Ну, сейчас, подождите, я попробую еще раз автомобиль какой-нибудь. А тут две, только еще арена есть. Возьми шейкер, Андрей, он и балансный. Давай арену. Там по кругу вроде можно ездить. Да-да-да, там круто. Так, я не хочу на этой рокет-машине ничего. Галочку ставить, поставил. Короче, не, Бэтмобиль топчик. Я вот на этом полюбил. Все, я готов. Галочку. Андрей, галочку. Блять, что ты поставил? Ну это нормальная трасса. Так это не... Нет, она, это нормальная трасса. Сказали арена. Не-не, я думал, это другое будет. Что-то не то. Ну что, гоночки, ребят? Так, собачки на раз... Как же я собачки на разъебываю? Ты будешь. Ты вы. Короче, тебя дисквалифицируют, если не будешь ударять. Если что не будешь? Если не будешь ударять никого, дисквалифицируют. Я так. Для чего собачка закончится? Да, я прав. Не, ну это полно. Сука! Член, ты чего? Ну толкните кто-нибудь. О, вот. Бля. Так, все, член сделали, да? Член сделали. Хоть немного. На нахуй. Ника, такое стекло, это пиздец. Сам ты стекло, это. Такое, пиздец. Вот этот вот? Тупо доджит всегда. Я за ним. Давай его, Игорь. Давай, иду. С другой стороны. Что нажимаю. Он такой? Давай, 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 блядь. Поехали. Это мразь? А как ты выжил? Насквозь проехать. Друг, я тебя как тропы использовал, ты извини. А, ничего страшного. Боже. Бля. На этом тоже как на трамплине. Все нормально, ребят. Красиво будет шуметь. Так, ну что, мы один на один, Нига. Сколько у тебя хп? Сколько хп? 25. Тихо. Выйди из квалифицирован. Ну все, ебать. Контакт таймер. Че у тебя по контакт таймеру, Нига, а? Чем с человечками? Кегли там, дартс и так. Короче, что-то я вас изи разъебываю, ребят. Там есть круг нормальный такой, где можно по стенам ездить. Давай дартс. О, давай дартс. Это топ тема. Это дартс, это да, это топчик. Так, а что, нужно машину выбрать, да? Там другие машины совсем будут, да. А тут, по-моему, похер почти что. А, не да, они, походу, любые... А я не помню, на какие кнопки прыгают. Я тоже не помню. Я тоже не помню. Пробел прыгаешь и все. То есть, нажим, едешь? Пробел прыгаешь, да. Нет, там, по-моему, пробел прыгаешь. Ставь галочки. По-моему, тоже пробел. Я надеюсь. Давайте попробуем. Собачка первый. По очереди? А, собачка первый, давай. Да, да. А, спасибо. Давай, собачка, пробел. Сейчас посмотрим вообще, как тут что. Чё, а как прыгать? Пробел, пробел. А ты зажимаешь, да? Нет. Всё, а надо пробел. Зажимать пробел? На пробел, на пробел, да, да, на пробел. А чё, как прыгать-то? Собачкин машина. На пробел. Собачкин, как прыгать? На контрол, на левый. Ты выставляешь угол, а потом пробел стреляешь. Вроде. Или просто отпускаешь, я не понял. Отличный результат. Да. Собачкин отлично прыгнул.
Ну ты несчастный, на левый контрол, короче. Может на правый? Потом... Нет. Потом пробел прыгать, наверное, я не уверен. Блин, его держать, короче, надо. Еще один эксперт, ясненько. Держать тэп надо. Держать тэп. Да, что там, блядь, кого позвали играть, ебануться? Пробел нажимал? Нажимал пробел? Нет. Все, пошля, пошля. Андрей, давай. Давайте. Привет, эксперт. Это моя песня, ребят, моя песня. Стрит, готовы? Он сейчас даже если максимум нажмет, его не подкинет. Девочки, готовы? Давайте по телевизору показывай. Контрол держать надо. Слишком рано. Отлично, Андрей. Хорошо летишь. Ну-ка, Андрей, ну-ка. А ты пробел нажимал? Ты был близок. Я был близок. Андрей, ты пробел нажимал? Да, нажимал. Куда? Зачем? Ну ты взлетаешь и пробел надо спамить, там типа... Ааа, точно. Да. Нет, там один раз только можно. Ну там один раз, да. Дергаться. Чего, это в воздухе дергаться уже? Да. Хастуй давай, езжай. Он на победу рысы. Да, уже все проверили. Еще он промажет. Я так не понял, вы мне кажется обманываете. Контрол правый нажимаешь, все, прыгай сейчас прям. Поэтому, по-моему, на 90 градусов. Хорошо. Игорь, ну это топовый результат. Понял. Топовый результат нашей пати. Че, ничего, еще есть шансы. Ну сейчас собрал всю инфу, как бы. Сейчас, блядь, Нига вам покажет, ребят. Нига? Нига сейчас должен сделать, да. О. Все ошибки учел. Ничего подобного. Мне кажется, у нас выиграет, кто просто попадет. Так там несколько попыток. Не-не-не, сейчас все будет. Блять! И тут. Опа! Оп, хули он не прыгает? И на ноги вставай. А, на контрол, а не на пробел прыгать, блядь, второй раз. Обманщик. В смысле? В прямом смысле. Ты зажимаешь два раза надо нажать, чтобы прыгнуть или что? Нет, там прыгаешь, потом, когда летишь, ты можешь еще раз контрол нажать, он у тебя подпрыгнет еще. Как, знаешь, конвульсия. Давай, собачка, сейчас так, я ничего не понял, ну ладно. Подъезжаем сюда, зажимаем контрол. Твоя игра, собачка. Опускаем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще кончик. Подпрыгнул, что я... Промах? Чего? Хорошо, хорошо. Какой показанный, типа? Лола, почему... Почему промах? Вот так вот хуёво сыграл. А мне кажется, я понял, почему. Почему? Нужно именно туда, куда показывают. Кто показывает? В смысле? Лол, так это что? Подождите, в смысле? Куда показывают? А вон справа, сверху. Видишь, единичку. Не понял. Верхнюю, правую, зеленую. Верхнюю, правую, зеленую. Что, слышно, это вообще сложный режим. Там попроще надо было. Там есть попроще, да, собака. А где, я не вижу, что показывает. А там слева, сверху, на радаре, Андрей. Вон, видишь радар? Правая, верхняя, зеленая. Лоу. Я только не понял, как дергаться. Я не понял, как выпрыгивать. Блядь. Оп. Ебать, ему неприятно было. Это прям как тебе на Ави сейчас. Ты нашел? Алло. Лол, это же очень тяжело, лол. Это очень тяжело, я не знаю, нет, это сложный режим. Мы играли проще все было. Не знаю, я просто выбрал дартс, там больше не было. Все, я понял, кажется. Что ты понял? В чем тут суть? Что ты понял, рыбкой? А, когда летишь, можно стрелочками же управлять. Труба. Ну да. В смысле? В прямом смысле, влево, вправо. Enter жмите всегда сразу. Да. Так, ну пока хорошо идем. Нормально. Ровно, ровно, ребят, идем. Ну я хотя бы попал куда-то. Пошла матча по трубе. Так. Не, ну это... Так. Давай. И направо, лол! И контрол, контрол! Сука! Так, ну я сейчас дальше проезжать, надо прям к концу, я понял, проезжать. Боулинг поставьте, не бить мозги. Так это тоже норм. Мне это нравится очень. Да здесь режим должен быть по-другому. Левую нижнюю. Слева нижнюю, да. Слева. А, фигню сделал. Ой, больно сейчас будет ему. Бля. Это еще звуки издает. Все, энтер, ребят, энтер, поехали. Че, готовы? А, ребят, это член, лол, думаю, я сейчас буду.
но это рано. Хотя... Нормально. Красиво. Не-не-не, он что, может попасть? Ой-ой-ой. Зачем ты прыгнул, лол? Или нормально? Лол, попал, ты попал. Попал! Нет, он не попал. Нет, как? Он чуть ниже попал. Попал, попал, вот. Очки 25 же. 25 очков у члена. Так, а я куда? Блять. Я туда же. Туда же, туда же. После члена, Андрюк, сразу же. Бля, ну ты ебать как сложно. А сколько вы градусов прыгаете? На 40, наверное, надо хотеть, наверное. Чё ты? Сайт-центр. Сколько ты там, 20 взял градусов? 40 взял. А, ну ясно. Далеко слишком. В смысле далеко слишком? А, прыгал далеко. Так вот сейчас член же прыгал, типа тоже издалека вроде запихнул. Кто есть член, а кто есть ты. Тоже правда. Лучше как-то нитро можно юзать, нет? На кнопку нитро. По-моему, на контрол попробуй. Да, на контрол головой нитро. Не? Так. Ё-моё. Ой, Игорь. Блин. Ты, по идее, что-то заработал. 7 очков. Сразу заработал. Ну ты уже не последний хотя бы. Я не пойму, когда он выкидывает, в какой момент. Когда отпускаешь. Когда отпускаешь. Не, ну трубку тут точно как-то можно вызвать. А зачем вы так рано? Так. Ой, хитрить он полетел. Летит. Блять. Блять! Ты даже ничего не пробил. Ну крик. Да ёб твою, как ты можешь? Энтер, энтер, энтер. Следующий раунд. Чего? Теперь еще нужно точно в эту попасть. Да. А ты что думал? Красная, красная. Это, по-моему, ошибочный мув. О-о-о. Не, ну смотри, смотри, сейчас четко. Запей. Если бы в жопу в единичку нужно было попасть, ты бы идеально справился с заданием. Да, я понял, ребят, в чатике уже подсказки, не нажимай единичку, прыгай позже. Я сейчас так хочу попробовать. Что? Не нажимай единичку? Не нажимай, ну, ой, не нажимай, не нажимай стрелочки, типа, в воздухе. Без спама, только под конец. И позже нужно прыгать. Ебать. Вот это нормально. Вот этот член хорош. Блять, у нас задрот есть. Лол! Ёбаный член. Сколько член заработал? 40. 50 очков. 75 очков от члена. Господи Иисусе. Сейчас лица, ребят. Ну поехали, парни. Это моя песня. Члене, походу. Я, Андрюх, походу, твоя. О, мне 6 очков дали за что-то. Да ладно. А, ты, потому что если ты в этот подаешь в этот круг, то тебе дают очки. Но чем ближе к тому, наверное, тем больше. Давайте Enter жмем, жмем. Блять, ну вот это жестко сейчас член замутил. Член задрот ебаный. Это на грани невозможного, по-моему, было. Блять, покиньте задроты все. Он попадает. Меня не хочет до 40 подниматься даже. Почему? Я далеко приезжаю, мне 20 градусов сейчас. О, и ты там почти в единичку попал. Я далеко проехал или что? Я понять не могу просто. Блин, ну тут восхитительная физика от этого человечка, как он падает, летит. Ну. Вообще кайф. 40 не поднимается, ну как на карьере. Топи. Типа, не, типа я дальше заезжаю, это... Знаете, мне кажется, тут все-таки типа ты бонус получаешь за... Вот это, за особенное, но типа... Можно, в принципе, просто кидаться там и попадать. Ну, типа, если ты в этот круг попадаешь, то тебе хочется... А, конечно, лол, я попал в утроение двух, блядь, получил за это 6 очков. Все, лол, все понятно. Слышишь, тут не обязательно, типа, в цель кидать. А почему тогда кто-то сбил, и ноль получил? Ну, в этот круг надо, в русский бонус. Ноль, почему, не знаю, честно. О, нормально. Смысл? Вот куда-то, я надеюсь, попаду. Вы вообще знаете, как дается играет или что? Ладно, это другой дарт. В смысле? Человечные дарты что-то играются. В утроении 20 бахаем, ребят, все тогда. Ну как... Почему я не летаю? Я тоже не летаю, братан, я понимаю твою боль. Enter, enter. Enter, enter, enter. Давайте кикнем кого-то долго ждать. Давайте просто посмотрим, когда он замедляется, и тогда нужно нажимать. Так, вот он едет, едет. Оп, и перед самым этим нажимает. Все понятно. Все понятно. Лол, что ты за задрот?
то он кончен. А он мимо. Он мимо? Выбил. Разве выбил? Да, он попал вроде, нет? Еще 25 очков. Пизду его. Проклятый член. Короче, Игорь, он дисквалифицирован за читерство. Мы с тобой играем вдвоем, соревнуемся. А сколько градусов дал? 40. Жми. Давай. Ты чё, раньше тушиться надо было? В смысле промахнулся? Я же попал в удвоение 6. А, я понял, ты по криво попал, не считается. В смысле, блин? Короче, там два круга. Если ты попадаешь хотя бы туда, тебе хоть что дают. А если туда, куда показано, то бонус типа еще. А, ты не долетишь, братан. Ебать, Игорь, ты выкинул там. Оп, и на ноги, на ноги. Ох, ебать, сука. Какая боль. Я не понимаю. Я не знаю почему. А какова скорость под конец? Сложно. Я не смотрел особо. Это очень сложно. Ну все. Битва за респект начинается. В следующем раунде. Так. Не долетит. А почему? Слишком рано нажал. Хотя. Да как это работает? Хотя. Забей. Прилег так под конец. Оп, на бок завалило. На спинку. Так, я немного стал понимать. Я тоже. Да член немного стал понимать. О, прям центр надо. Ну это легко, ребят, это легко. Тут одна точка, как бы. Западение в главную цель дают 3 очка. Член, когда попал в цель, внутренняя круга получил 2. Не, он не долетает вроде, нет? Ты что, я говорю, не долетишь. Ну куда-то он попадет. Ну вот сейчас это, по идее, должно быть. А, никуда не попадет. А, лол, тут центр нужно. Слишком рано, я опять нажал. Это очень легко, по-моему, центр. Да? Точно? Сейчас мы посмотрим, как член считается. Что член думает по поводу легко или тяжело. Посмотрите на его взгляд в машине. Да он конченый. Ебать, какой он конченый. Ты что, больной? Че, как дела? Да ну его нахуй! Кто его позвал, блять, вообще? Кикинг со скайпа. Бада, ты уже скачал эту игру? Блять, Игорь, вот было бы у тебя 7, у меня 6, мы бы там веселились бы, играли. А тут, блять, этот член. А это твой друг, да, Игорь? Да, уже нет, походу. Бэээээ! Только ты тоже, походу, больше не мой друг. Что вы делаете? Андрюха, красава. Хорошо. Но второе место — это все равно, что победа, как бы, ребят, сами понимаете. Да, выше члена не прыгнешь, как говорится, так что. Блять, ну это нереально. 125. А сколько, 25 очков всего дали или полтинник? Контрол, 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 быстро! Сколько у тебя был градусов, член? Не знаю, 40. У тебя был градусов, член. Я на 30-ке полетел. Я рано нажал или что? Да, ты рано. Ты очень рано нажал. Ну, на 30-ке, конечно, плохо. Хотя у меня было тоже в районе 30-ки. Я вот типа на земле рано нажал. Даже... А что за звуки? Так, контрол, контрол. Слушай, слушай. Так, и рыбкой прям в центр. Как близок-то был. А ты хоть когда-то попал, что-то заработал? Нет? Го еще. Го еще разочек, это же. Еще раз это же. Ну без члена только. Да. Все, стартуй. Я рэди.